Здравствуйте. Шаббат шалом, шаббат шалом. И сегодня мы начинаем новую книгу. Это книга «Чисел», «Бамидбар». Эта книга, в сущности, затрагивает 40 лет, проведенных Израилем в пустыне. И так уж получается, я не знаю почему, но это моя любимая книга в Торе. Она о надежде, я так думаю. Знаете, она вот... Бывает, что... Вот часто из-за меня что-то случается, какая-то катастрофа. И я виноват, я сильно напортачил, и... А Господь говорит, ничего страшного, я все исправлю. Я помогу. Немножко терпения, это займет время, но я все сделаю, и будет еще даже лучше. Знаете, в начале книги Господь дает указание исчислить полки всех мужчин, дать им знамена. И потом говорит, для чего это надо? Для войны. И это сразу немножко напрягает. Потому что, когда Господь говорит, что это нужно воевать, это немножко сразу становится... Ты понимаешь, что все, игрушки закончились. 3-4 стих 2 главы написано. «Сделали сыны Израилева все, что повелел им Господь. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». Исчисление полков, знамена, станы. Военная терминология, она для мужчин очень близка. Знаете, я попробую же заинтересовать и женщин, если получится. Один очень хороший американский проповедник однажды сказал, что для хорошей работы самолета-истребителя необходимо 5000 человек. И только один из них летает, остальные работают на земле. И он говорит так еще, если вы почему-то не стали летчиком-истребителем, вы не переживайте, потому что заряжающие тоже очень нужны. И я сейчас обращаюсь, знаете, вот к заряжающим, потому что я даже не заряжающий, я, наверное, который там горючее добавляет или добывает, знаете. В общем, эти вот 4999 человек, они очень важны. И жены, которые готовы для них обед, они тоже очень важны. То есть не всем быть лидерами многомиллионных церквей. И потому что, помните, Господь, избирая Веселиля за строительство скинии собрания, сказал, «Я даю ему помощника Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова». Исход 31, 2 стих. Господь как бы говорит, «Я специально его создал из начала времен для того, чтобы он был идеальным помощником, чтобы он был твоим идеальным заряжающим. И только с ним у тебя не будет осечки, только он будет твоим идеальным. И у этого помощника есть свои помощники, а у них есть свои дети, свои жены. Если дома у них мир в семье и все хорошо, то... Эта армия работает. Понимаете, все это должно работать вкупе, все это должно работать целиком. Не надо всем становиться супер такими мощными какими-то ребятами, такие, которые ходят, евангелизируют всех. Мы все важны. Мы все важны именно со своей ролью, которую Господь для нас отвел. И именно ты очень важен со своим служением для Бога. Мой любимый Рабби Зуся, у него много хороших высказываний. Но он однажды очень хорошо сказал, когда я умру, и Бог меня спросит, почему я не стал Авраамом или Моисеем, я всегда найду, что ответить. А что я скажу, когда меня спросят, Зуся, почему ты не был Зусей? Иногда мы ничего особенного не делаем. Знаете, мы просто ходим по улице, и нас не видно в толпе, и, может быть, когда глаза по-другому блестят, и мы матом не говорим. И даже хочется спросить, какую вы работу делаете для Христа? Маленькую, но нужную. Я люблю людей. Я люблю с теми, с кем я нахожусь. Я стараюсь их любить. Не всегда получается. Иногда я говорю, что в теле Машиаха я... Я даже забыл, как слово называется. Ну, в общем, не самый нужный орган, который иногда удаляют за ненадобности. В общем, я, знаете, я такой нерешительный, не смелый человек. А иногда, знаете, бывает, открываю рот и... Вот я вот чувствую какой-то вот момент. Я вдруг чувствую, я нахожусь рядом с человеком, который вообще, он для него это вот то, что я говорю, ему казалось бы, так это ерунда, честно говоря. Ну, и вдруг я с ним рядом начинаю, у него есть, я вижу, когда проблема в жизни.
И я начинаю прямо при нем молиться за него, чтобы все... И когда я абсолютно уверен, что Господь все сделает, что все будет хорошо. И когда именно так и происходит, я вообще на 100% уверен, что все получится. Я говорю, давай вместе поблагодарим Господа, чтобы он... Он на меня смотрит, как на идиота, честно говоря. Потому что я работаю в такой сфере, ну, стройка, там довольно мало верующих людей. И, ну, тем не менее... Я понял одно, надо любить Творца. Надо любить его, Творца и его творение. Знаете, не думать о себе как о какой-то одинокой скале в мире хаоса и неустроенности, а любить их, любить Господа и постараться быть передатчиком. Знаете, убрать себя из этой схемы, а просто передавать его любовь на окружающих, с которыми ты находишься. И все получится. Я не знаю, как это происходит, честно говоря. Я даже не молюсь, чтобы что-то кого-то ингализировать или что-то. Но это каким-то чудом это случается, знаете, и редко, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это было почаще. И в какой-то момент я понимаю, что след Машиаха переливается через меня и через нас. Переливается на людей, которые нас окружают, которые вообще не понимают, о чем идет речь. И тем не менее, что-то вдруг... у них откликается. Знаете, а сейчас давайте в начало, к войне. Знаете, в моем сознании война – это что-то характеризуется с книгой Иисуса Навина. Это вот как будто бы такой вот армия идет, знаете, вот такой грохот танков, такие бронетранспортеры, это вот повешенные цари, там пожарища. А в Евангелии мы как будто бы имеем дело с другой войной. Как будто бы, и тогда даже терминология, в принципе, похожа. Но как будто бы речь о другом. И, на мой взгляд, даже не случайно героев этих частей Библии зовут одинаково – Иешуа. Знаете, я ни в коем случае не хочу, потому что Иешуа, Иисус Навин, он муж Божий, ни в коем случае не хочу его принижать. Но мне кажется, что Господь как будто бы хочет, чтобы мы видели какой-то путь от Иисуса к Иисусу, как будто бы Он хочет нашей... Он и меняет свои отношения с нами, и хочет, чтобы мы тоже менялись, как бы... Знаете, я даже когда читаю 90-й псалом, мне стыдно об этом говорить, я проглатываю фразу «будешь видеть возмездие нечестивым». Знаете, так уж получилось, мне их жалко тоже. Потому что я не в их рядах, только по милости Бога, по Его благодати. На самом деле, вы знаете, я Ему бесконечно обязан, потому что я не сделал для этого вообще ничего. Он просто меня взял и перенес в другой мир. И я не могу желать возмездия нечестивым. Вот лично я не могу. Я никого к этому не призываю, потому что я понятия не имею, как это происходит. Я лично не могу. Знаете, Евангелие от Матфея, 11 глава, написано. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Покой, благо, легко. Покой, благо, легко. Ключевые слова. Это война не в пехоте. Это не в пехоте война, это другая война. И в другом месте. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это война любви. Война для него – это удовольствие. И вы когда-нибудь влюблялись? Наверное, каждый влюблялся. Это что, труд на карьерах? Когда мы несем наши любимые какой-то подарочек, это что для нас? Это что-то вызывает какое-то обременение? Мы победим. Мы не можем не победить, потому что наше оружие – это любовь. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мной, любовь. К слову о знаменах, между прочим, всего мы начали, песни песней. Давайте воевать любовью, давайте делать это радостно. Мы просто не можем проиграть, это немыслимо, потому что ведь наша любовь – это любовь Христа, это даже не наша любовь, это Его любовь, которую мы передаем через себя. И мы выходим в этот последний бой, и над нами развивается знамя. На нем нарисован лев из колена Иудина. Это наше знамя. С радостным предчувствием. И в запахе... Знаете, запах, как после грозы. Это вот запах озона. Это запах победы. Аминь.